О преступлениях, совершаемых армянами в Узбекистане и Казахстане, уже известно многим. 22 февраля 1918 года в Ферганской долине была также совершена бесцельная резня в отношении тюркского народа. За три дня в городе Коканд армянами было убито 10 тысяч мирных жителей, а в течение трех месяцев – 35 тысяч мирных жителей. А палач двух народов – азербайджанцев и казахов, карабахский армянин, первый секретарь ЦК КПК Казахской ССР с 1933 по 1938 годы Левон Мирзоян активно занимался массовыми политическими репрессиями в Казахстане. Причем не просто выполнял разнарядки из центра, но еще и выпрашивал дополнительные лимиты на новые аресты и расстрелы. Именно под руководством Мирзояна был физически уничтожен Золотой фонд казахской нации. Сегодня считается, что Мирзоян приказал казнить не менее 16 тысяч человек. Организовывая репрессии в Казахстане, этот палач наконец насытился тюркской кровью, чего не успел сделать в полном объеме в Азербайджане. По воле проведения, впоследствии он и сам был расстрелян. Этот чудовищный документ был найден и впервые опубликован российским историком и публицистом Рудольфом Ивановым. Омбудсмен от Молдовы Аурелиус Григориус тоже в числе врагов Армении. В Ереване она открыто заявила о том, что Армения является страной-оккупантом, замешанной в страшных преступлениях.